Так, всем привет, кто находится на стриме. Мы можем заметить то, что уже начались вармапы. Карта довольно напряженная в плане прожима. Тут есть много до 100-240 бпм. Так что... мы видим брейк от Мивеи. Что? Левиафана чуть-чуть побольше. Преимущество нет, он тоже брейк. Это не оба брейка, это много, но... это всего лишь формапы. Так. Еле успел. Прийти сюда вообще на стрим. Так. Мивея жмет все в очень хорошую акура себе. Афан хоть и с хитным, но все-таки не достает чуть-чуть ему скорости. Возможно, просто не вармапнулся, возможно, просто не играл долгое время. А Мивея как раз-таки вот восстанавливает свой жим в последнее время. Пока что ничего не... ничего примечательного, оба игрока держат комбу, Мивея, правда, больше. Левиафан пока что справляется. Мивея брейкает. Левиафан еще держит комбу. Оба игрока пробивают довольно неприятный парт. Нет, вроде как Мивея брейкнул. Да, именно так он брейкнул. Возможно, Левиафан сможет чуть-чуть подняться. Кто знает, кто знает. Надо смотреть. У него уже 400 комбо. Разница в аккурасе довольно большая, поэтому ему нужно холдить намного больше. Хотя вот уже он приближается в отметке 200 тысяч. Разница становится очень маленькой, и Левиафан тем временем все держит и держит комбо. Сейчас слоу парт не особо... вот здесь было опасно, можно было брейкнуть, но нет, оба игрока держат. Вот тут пошел хард парт. Снова неприятные моменты. Левиафан брейкает, к сожалению, как только он доходит до очков Мивеи. У Мивеи тем временем 300 комбо, уже почти 400. Левиафан снова брейкает. Из-за того, что у Мивеи довольно много комбо, он не даст себя обогнать. Левиафан снова брейкает. У Мивеи тем временем все так же держит комбо. И довольно хорошую аккуроси для такой карты. Левиафан пытается набрать комбо. Очень плохо прожал стрим. Бёрст. Что довольно сильно сыграло ему. Сыграло против него и на руку Мивеи. Пока что комбо у двух игроков держится на одном уровне, и карта заканчивается к этому времени. Первый вармап выигрывает Мивеи, но это так, разогреться. В чате матча обнаружилась невероятная гифка. Левиафан 1. Следующая карта у нас самый лучший эмо-панк в прошлой боли. Как я понимаю. Начинается второй вармап, его поставил Левиафан. Только заметил, карту играют с дабл таймом, что довольно интересно. Так, теперь мы видим все хорошо, и оба игрока не особо держат ни комбо, ни аккуроси.
Джанки 1-2. Это то, чтобы смог сыграть его Саман, но, к сожалению, оппонентом Левиафана является Мивей. У него Саман, и тут некому выигрывать на этих картах. Как я понял, здесь довольно высокий approach rate. Акура сила обоих игроков не особо большая. Что уж говорить про комбо. Пришлось прерваться. Тем временем у нас все очень похоже, но Миве, видимо, покомбил чуть-чуть и тем самым набрал 20 000 скоро. Оба игрока не покажут джампы, и у них они брейкают в одном и том же месте, тут slow part. Ни у кого нет особо преимущества на этом slow part, а Левиафан снова брейкает. Я чуть-чуть еще дальше Миве прорваться, но Миве снова брейкает Левиафана. Левиафан брейкает на медленных слайдерах. И этим самым дает Миве еще сильнее пройти вперед. Так, у обоих игроков одинаковое количество комбо было, но Левиафан брейкнул. Мивея тоже брейкнул. И он успел набрать довольно большое по сравнению с тем, что было до этого в Акуросе. Битмап by Alumetri. Многое может нам сказать здесь слова. У Мивея в два раза меньше мисов, чем у Alumetri. Так, начинаются роллы. Я бы пошутил про суши, но это не будет смешно. У Мивея. Теперь Мивея Alumetri. Ролл выигрывает Alumetri. В скобочках Мивея. Первый бан. Мивея выбирает первый бан. На его месте я бы забанил именно ее Hidden 2. Это как раз таки то, в чем преуспевает Левиафан. Он довольно неплохой на стезе. Левиафан один банит на мод 2. Никак на этой карте Мивея не очень хорошо справлялся. Лично мне он жаловался об этой карте в ЛС раза 3-4. Поэтому не самый лучший бан от Левиафана, но возможно это ему даст сил.
лучший альбом. Самый лучший эмо-панк. Левиафан 1 пик от Hidden 3, Dawn of Alternate. Но он заявлял, что это синглтап для него. Посмотрим, будет ли он синглтапить. И все же он обманул меня и всех своих близких. Better Ark Wines. То есть, лучшая аккуратия ветра. Видно, что пацан переиграл в Dota 2, Юл купил. Но все мы знаем, что это не помешает ему взять свой пик. Либо же помешает. Начинается карта. Мивея не особо хорош в хитане, в отличие от Левиафана. Поэтому будет довольно интересно посмотреть, как все сложится. Пока что Мивея СС-ает, а Левиафан, видимо... Да, он нас соткал в начале пару раз. Ну и Мивея тоже. Вот теперь Мивея начинает миссить. Левиафан тоже. Левиафан все же синглит. Можно заметить. Мивея нет. Но Левиафан уходит вперед. Как он все же миссит, но Мивея абсолютно столько же раз миснул перед этим, в самом начале карты. Огромный разрыв в Акуросе. Теперь он чуть-чуть стал меньше. Из-за небольшого слоу-парка. Оба игрока держат комбо, Мивея нагоняет чуть-чуть, имея чуть-чуть небольшое количество комбо преимуществе. Но все же этого недостаточно, чтобы превзойти этого Акуросе. Оба игрока брейкают в один момент. Ресет. Левиафан снова брейкает перед Киаем, а Мивея пока что держится со своими 100 комбо. Пока что игра идет на равном уровне. Но Левиафан еще раз брейкает, и Мивея тоже. Но Мивея чуть-чуть похолодил больше. Дало ему чуть-чуть преимущество. Важно понять, кто сможет накомить больше. Мивея два раза миссает, Левиафан пока что держится. Здесь не столько решает аккуроси, нежели чем комбо, по крайней мере в этом случае. Левиафана его явно больше, slow part, это даст хорошее преимущество Левиафану. Хоть разница в комбо не особо большая. Но он упустил свой шанс брейкнуть. Еще раз и еще раз. Не да, и нос слайдер. А вот Мивея держится. Он уже взял преимущество на Акуросе. И он снова брейкает, как Левиафан. Левиафан очень много миссий. Еще раз. Видимо, нервы делают свое дело. Но и все же синглтапить такое не очень просто, я бы сказал. Оба игрока все еще держатся довольно наравне, но у Мивея есть небольшое преимущество. Акуросе почти идентичное. Комбо не особо сильно отличается. Мивея брейкает, сможет продержаться Левиафан в этом случае. Пока что держится, пока что не брейкает. Ему карты еще достаточно, чтобы обогнать Мивею. Но не повезло, и он не дожал чуть-чуть пару нот. Слоу-парт, который даст преимущество Мивея. Не повезло Левиафану, очень не повезло. Но он был довольно коротким. Мивея брейкает, а вот Левиафан пока что... Нет, они оба брейкают. Очень наравне идет игра. Левиафан снова брейкает, как и Мивея, они оба брейкают на одних и тех же местах. Но Мивея сейчас довольно такой сильный отрыв, учитывая, как мало карты осталось.
Либо Левиафан держит камбу до конца, либо Мивея брейкает на Каштейна, чем только в таком случае сможет выиграть. Но, к сожалению, Левиафан не дожал полуберст. Оба игрока очень много брейкают. Выигрывает Мивея с небольшим отрывом. К сожалению, Левиафан проигрывает, и мы можем поздравить Мивею с первым поинтом. Видно, да, то, что Левиафан 1 очень много играл в Dota 2 перед матчем. Видно, как он использует дотерский сленг, сломать шмотки. Перед этим он еще упоминал что-то такое дотерское, я уже и не вспомню. Но поможет ли ему это? Остается только верить. И, возможно, после матча игроки пойдут ва-банк между собой за XC. Кто ж знал? Кто ж знал, что такое произойдет? Мивея пикает Hard Rock 2. Карта на точность. Есть парочку берстов. В конце они там в спейсинге увеличиваются довольно неприятно. Левиафан 1 не особо фанатеет по хардроку, в отличие от Мивеи, поэтому у Мивеи тут будет довольно большое преимущество. Лично мне это кажется. Хотя кто знает, кто знает. Пока что Мивея вообще не падает духом. Мы можем только порадоваться за него. Начинается вторая карта. Левиафан уже в самом начале теряет аккуроси, а вот Мивея пока что держится. Левиафан один и брейкает еще к тому же. Не очень приятно такое играть после хидена. Левиафан брейкает, вроде как это был слайдер брейк. Пока что фукаши с довольно большой аккуроси. Видно, что он был уверен в своем пике. Тем самым прошла уже третья карта. Мивея, я уверен, имеет довольно большой отрыв. Да, я не то чтобы уверен, я вижу это. Отрыв по 150 тысяч. Такой трудно будет набрать. Небольшой слоупарт дает подышать Мивея еще сильнее. Я имею очень неприятные джампы и слайдер брейкает. Но осталась половина карты, получится у Левиафана. Я сомневаюсь, потому что он не особо холдил комбо в первой половине, и аккуроси отличается более чем на 10%. Что говорить о мискаунте. Левиафан снова брейкает.
Мивея забирает этот поинт. Я не знаю, что может случиться, чтобы Мивея не смог забрать. Диафан бейкает. Мивея тоже, но это уже ничего не изменит. Халдил комбо в начале, дала ему много преимуществ. И второй матч, второй пик забирает Неви. Пока что счет 2-0, и снова пик Левиафана, ему осталось пикнуть... Либо ему осталось пикнуть только лишь один хиден из трех, потому что второй оказался в бане, а третий уже был пикнут. Левиафан 1 пикает на М6. Секретная стратегия от Левиафана — взять НМ6. М6. 9АР карта с довольно неудобными паттернами. Невея не особо любит играть в низкий approach rate, в отличие от ее фана, чтобы помочь им забрать хотя бы пока что один поинт. Невея брейкает, а Левиафан все время холдит на нас такого. Невея снова брейкает. Левиафан держит комбо молодцом. Аккурость тоже на уровне. Левиафан очень сильно выигрывает в начале, но все решит, мне кажется, в концовке. Невея снова брейкает, Левиафан тоже, но он дал себе довольно много комбо и аккурости в самом начале. Оба игрока держат одинаковую комбо. Приятный паттерн, оба игрока пробивают. Следующий паттерн уже они вдвоем не пробивают. У Невеи намного ниже аккурасти, Невея снова миссит, Левиафан может вытянуть комбо. Левиафан брейкает, Невея наоборот держится. Таким образом он возвращает себе свои потерянные очки. Он очень хороший комбит, возвращает аккурасти. Как видимо в начале произошло. Так, Мивея тем временем держит 400 комбо. Я удивлен, что он... Ладно, больше не держит 400 комбо. Я удивлен, что это нервничает. Левиафану трудно будет вернуть это преимущество. Оба игрока очень сильно миссуют, очень удобно в стриме. Левиафан очень сильно перевел, всив одну частичку слайдера. Так, ну теперь снова брейкает, видимо, очень сильно перенервничал, возможно. Левиафан тоже брейкает. Карта не оканчивается. Но Левиафан будет трудно забрать.
все возможно. Мивея держит комбу, я там брейкет. Мивея очень сильно мислит, и тоже. Мивея преимущество по аккуращим. Очень трудный стрим. Оба игрока мислит. Еще один. Я очень сильно мыслил, из-за этого потерял очень много преимуществ, которые мог подработать. И Мивей забирает еще один пик Левиафана, и это означает то, что он забрал третий поинт. И это также означает то, что снова идет пик Мивей. Он пикает на мод 1. Довольно необычный пик. Я бы решил пикать на мод 5. Или что-то в этом роде. Возможно, он уверен в своем аиме. Остается только смотреть. Начинается у нас четвертая карта. Левиафан сразу мислит на первых нотах. Ему очень непривычно играть с Апроу-серками, потому что привык играть с Хиденом онли. Ну и тут надо поимить, а это его не лучше это не лучше деталь его плейстайла. А вот Мивея покажет на начало и имеет довольно неплохую аккуруси. И тем самым он набирает на 40 тысяч. Скоро больше. Оба игрока пробивают довольно большие джампы, которые не заканчиваются. Мивея брейкает, а вот Левиафан еще держится. Еще одни джампы, которые снимают комбо Левиафана, который могло бы помочь ему. И снова миссает, а вот Мивея пока что держится. Нет, он снова брейкает и еще раз. И Левиафан тоже. Небольшой слоу-факт. Мивея большое преимущество из-за аккуроси и начала, которое он проделал. Левиафан снова висит. А вот Мивея держится пока что. Оба игрока брейкают. Временем прошла уже половина карты. Получится ли Левиафана набрать комбо? Загадка. Оба игрока пробивают из стримы и джампы. Довольно трудные. Неприятные тройки и двойки, на которых легко брейк, но они справляются пока что. Оба игрока пока что держат довольно большую комбу, но Левиафан не справляется с управлением, вылетает за трассу и теряет свою комбо. Снова это же делает, видимо, еще успевает перевернуться на своей машине. А Мивея держится молодцом.
А, Левиафан 1 напоминает нам то, что состоится дуэль на пуджах, видимо, на пуджах и на сапах после игры. Означает QVR, когда кнопки слов пуджа. Оба игрока брейкают очередной раз. Трудные джампы. Но стримы аимятся, будь здоров. Левиафан снова брейкает, но делает комбо и имеет преимущество в... наверное, в два раза. По скору, и это отдаст ему четвертый поинт. Трудная концовка, но она вряд ли уже что-то изменит. Четвертый поинт забирает Мивея. Он спинил там 25 косарей, когда Левиафан 1 наспинил всего лишь 9. Видно, у кого падает дух. Матчпоинт для Мивеи. Тем временем пикается ДТ-2 Цукиё. Карта на пожать. Начинается карта, которая может оказаться победной для Мивеи, либо же реваншем для Левиафана. Я более чем уверен, что состоится между ними двоими секретная дуэль в Доте 2. Пока что в начале карты ничего обычного не происходит. Первые ноты на них брейкает Мивея. Такие круговые джампы небольшие. А Левиафан пока что держит комбо. Мивея снова брейкает. Возможно, это действительно окажется реваншем для Левиафана. Мивея снова брейкает. Левиафан пока что фукашит. Причем с хорошей комбой. Левиафан брейкает, но он уже довольно набрал себе хорошее преимущество. Мивея чуть-чуть уводит курсор вперед. И тем самым выезжает за дорогу и просто разбивается салат. А вот Левиафан чуть-чуть намисал, но все еще неплохо продержался. Трудный стрим. Не очень приятное место для Куроси. Бейрка тут ее теряют. Трудные стримы. Мивея не справляется с ними, а Левиафан очень даже неплохо с ними. Держит комбо довольно большое. Входит также в отрыв, как на прошлой карте, в два раза больше, чем Мивея. На этот раз это все вышло наоборот. И похоже, что этот поинт забирает Левиафан. Первый поинт в его счет. Довольно большая разница в скорах. Опять отсылает Левиафан 1 к своим
чудным явлением Dota 2. Пикается у нас Hardrock 1 и... Довольно трудная карта в плане аима. Много прямых джампов. Йохан Ливи Афан Брейк. Оба игрока держат не особо хорошую курочку. Он снова брейкает, а Невея держит бомба. Хотя курицы довольно похожи друг на друга, но все-таки Невея имеет преимущество большое. Ну, уже большое. Но все еще. Невея превосходит по скору. 1020 Левиафана. Я пока что держит комбо, вообще не напрягаюсь. Возможно, скоро он начнет нервничать, карта не особо быстрая. И тем самым заруинит себе комбо. А либо наоборот, расслабится и сможет полдить. Кто знает. Но, к сожалению, либо снова брейкает. И еще раз, и еще раз. А Мивея не собирается брейкать ни в какую степени. И пока что держится молодцом. Постепенно еще и набирая скорость при этом. А вот Левиафан один не особо хорошо справляется с картой. И видите, тем временем за половину карты уже набрал преимущество 200 тысяч скоро. Будет очень трудно брать, если, конечно, он сейчас не брейкнет и Левиафан не покажет на вторую половину карты. Тогда я сомневаюсь, что у него будет шанс. Но Левиафан один с того брейка очень сильно теряется. Видно, что он не привык такое играть. А Мивея тем временем очень долго держал комбо, но все-таки не вышло. Левиафан 1 все так же брейкает, переводит чуть-чуть курсор на слайдер, и видно, что он не особо любит такое играть. Я так что это говорю, но такова суть. Мивея набирает преимущество 300 тысяч кусков. Я бы сказал, что уже невозможно будет забрать преимущество Левиафана. И похоже, что это последний поинт для Мивеи. Может быть, слоупад, который дает ему только побольше набрать скоро со своими 300 копма. Он один снова миссает на нотах, которые очень близко к его курсору, но все-таки он промахивается. Видимо, произошел, возможно, малый, либо нервы делают свое, либо он просто не будет такое играть. И Мивея тем временем вроде как чокает эту карту. И это было очень близко к ПК. Набирает уже 500 комбо. И преимущество в 500 тысяч скоро. Он забирает последнюю карту. И мы можем поздравить Мивею с победой в первом матче для него. И пожелать Левиафану удачи в нижней сетке. В этот раз, возможно, у него получится превзойти ВП Геймера на каких-нибудь ДТшках.
спасибо всем, кто смотрел этот матч.